Дорогие друзья, много лет назад моя добрая подруга Женя Давтян научила меня делать это изумительное блюдо восточной кухни – армянский барурик. И с тех пор его любят в моей семье. Женечка, если ты меня слышишь или увидишь, спасибо огромное за рецепт. А сейчас я хочу поделиться с вами, мои дорогие друзья. Внутри орехи, сахар, корица. И все это такая патока, приятная-приятная. Запах невозможно передать. Итак, давайте сделаем сегодня вместе эту сладость. Она станет украшением вашего праздничного стола. Поверьте мне. Друзья мои, для барурика нам понадобится 260 грамм сливочного масла, лучше 82%. 2 стакана муки, вот они. Стакан сахара и одно яйцо. Это для теста. Эта часть для начинки. Стакан грецких орехов, стакан сахара, ванили и корица. Все. Ну, давайте приступим. Сахар. Размешиваем сахар с маслом. Друзья мои, масочка. Прекраснейшим образом можно взбивать и вилочкой. В любом случае света нет. Спасибо Путину. Будем взбивать вилкой. У кого свет есть, взбиваем венчиком. Яйцо бросили. Размешиваем. А теперь муку. Муку. По чуть-чуть. Сначала вилкой, когда уже будет сложнее, тогда уже будем руками. Добавим и размешиваем. Ванильный сахар. Вот так. Нежное-нежное. Едва липнет, это хорошо. Иди сюда. Иди сюда, мой прекрасный колобок. Вот такой, ребята. Вот такой. Я даже специально его вот так вот сделаю, чтобы вы посмотрели, какое внутри. Ага. Как бы пористое слегка. Раскатываем наш дорогой колобочек. Вот так. Сначала так. Вот когда говорят, как по маслу, вот сейчас это как раз очень подходит, такое сравнение. Действительно, ощущение легенькое такое, приятное тесто. Скалочкой размягчаем орешки. По вкусу сколько, кто ложечку, кто всю пачечку. Ложка маленькая, поэтому, ну, в принципе, вот у меня здесь, наверное, все. Добавляем сахар. Запах уже замечательный. Еще не пекли, просто. А я обожаю корицу. Если не любите корицу, кстати, совершенно спокойно, просто орех и сахар. Очень нежная мы, поэтому аккуратненько, потихоньку помогаем ковриком. Помогаем ковриком. Так. Так. Вот так. Такую красоту. Переложить на
профиль и на промасленный пергамент. Вот так мы его чуточку-чуточку прижимаем. Ну вот, друзья, 40 минут прошло. Наш барурик готов. Жаль, запах не могу передать и вкус тоже. Попробуйте сделать его и поверьте, не пожалеете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока, до новых встреч!